Всем привет, ребят, с вами Димон. Собственно, о чем мы собрались-то? Я уже собирался отходить ко сну, как и многие нормальные люди, как бы по данному часовому поясу. Но тут улитка решила. Нет, вперед смотреть тизер. Выпустила тизер, который мы сейчас вместе с вами посмотрим. У нас большие ожидания, надежды на этот счет. Ну, давайте не буду затягивать. Погнали. You know what they say. Find a job you love, and you'll never work a day in your life. Думаю, это мой случай. I always admired aircraft. Это чувство единения с твоей машиной. The G overloads. That moment you pass Mach 1. А этот вид, когда наконец пробиваешься сквозь облака. Who could dream of anything else? You can try to break me. I cut my teeth on people like you. It's gonna take a lot more to take me down. I'm a step ahead, watch me wear my crown. Don't need a knight to guard the cake and count the dragons that I've slayed. You can give it all you got, 'cause love is running through my veins. All this lying can't be tamed. There's fire in my blood. Я, честно говоря, просто в шоке, ребят. Чтоб тебе, Серега, не рискуй. Очень тяжело терять своего ведомого. Я рядом, доворачивай. Но еще хуже, если он был твоим другом. Пуск слева. Однажды мне уже пришлось через это пройти. Астра, я Грач-2, Грач-1 подбит. Я не допущу, чтобы это повторилось. Еще про Серегу сняли немножко. Ребят, короче, ну, блин, я думаю, зачем я записываю это видео? По сути, вот эта вот реакция, которая у меня сейчас, а у меня все бурлит внутри, я увидел ролик, который не похож на игру. То есть, как бы это сказать, они настолько хорошо подобрали видеоряд, будто я сам там. То есть, он настолько затягивает, я не просто смотрю, ну, кадры из игры, которые не цепляют, о, нормальный новый самолет, новые ракетки, пойдет. Нет. Это дико цепляет, ребята. Это очень круто. То, что ребята вот так снимают, не в обиду улиткам, но их тизеры на данный момент меня цепляют, да и, наверное, многих больше, чем само обновление. Вот, честно. То есть выходит обновление, вот эта вся техника, ты ее видишь в ангаре, ты ее тестируешь, все. Как бы нравится, не нравится, а здесь прямо реально, блин, все кипит. Это супер, ребята. То есть второй раз они действительно смогли...
пощекотать нервишки. Так, что ли, сказать? Да, пощекотали нервишки. Это круто. Люди, которые сейчас это все продюсируют, они большие молодцы. Монтаж, видеоряд, музыка, все на высшем уровне. Браво Улиткам за то, что они настолько изменили подход к своим тизерам. Раньше такого не было, ребят. Я ветеран игры, многие из вас, возможно, тоже. Очень сильно выросла Улитка в плане своих тизеров. Ни ролики про обновления, ничего не интересно. Просто давайте тизеры, и к вам будут приходить люди играть в вашу игру. Это пушка. Вот. Что касаемо содержания тизера, все подтвердилось, ребята. Все подтвердилось, и Ник 29, и, соответственно, F-16, и Панавиа Торнадо. Единственное, только что вот они так вот выделяли ракеты. Я не высшего уровня эксперт, понятное дело, я прежде всего играю. Но, как я понял, были там эпизоды, где применялись, я так понял, R-73. То есть видели, да, отклонение невероятное там ракеты, которые там делают сбитие, чем-то напоминающее Харьер британский, да, со срэмами. Надо найти этот эпизод, вот они здесь выделяют ракеты. Я не знаю насчет АМ-120-х у американцев. Вряд ли дадут такие блоки. Уже были споры на этот счет. Насчет воробьев тоже еще вопросы. Вот тут можно посмотреть типа вооружения. Сейчас. Опов, то, чтобы он не оглох. Так, сейчас, сейчас. Тот эпизод. Видимо. Прям был такой эпизод с очень крутым отклонением ракеты. Пытаюсь его найти. Нагибают, красавцы. Ага. Ну, шикарный, шикарный тизер, без вариантов. По сути, мое мнение, моя реакция тут не нужна. Может, кому-то нужна, не знаю, для чего я это записываю видео. Потому что тренды, потому что это, типа, модно. Вот поделиться с вами своей радостью. Я, наверное, в течение ролика, а потом пересмотрю, наверное, улыбка не спадала, потому что все внутри было в таком прям приподнятом настрое. Блин, браво, браво. Очень понравился тизер. Они здесь, знаете, будто iPhone мне пытаются продать. Смотрите, вот тут так. Ладно, я слишком затянул, ребят. Так вот смотрю, по таймингу даже чуть-чуть вырежу. В принципе, надо прощаться. Всем спокойной ночи. Теперь есть возможность разобрать конкретно, что мы получим с этого обновления. Скорее всего, увидим дев-сервер. Всего наилучшего, ребят. Отличного настроения. Спасибо за то, что пришли так поздно, посмотрели. Вот, но главное, свой коммент оставьте не здесь, а под официальным трейлером. Там он будет полезнее, как и ваш лайк. Наверное, так. Все, ребята, всем счастливо. Удачи.